Привет, вы смотрите Like Fancy, и сегодня я буду играть в адскую башню Tower of Hell. Ну что ж, тут у нас начался новый уровень, как вы видите. И здесь у нас неонки и зеленые, ну как, сосисочки, можно сказать. На неонках наступать нельзя, кто не знает. Она нормальный цвет, вот такой, или красный, или розовый. Если они не светятся, эти красные, да, например, вот, сейчас покажу. Вот, если они такие не светятся, то наступать можно, а если светятся, то нельзя. Вот смотрите, если я упаду, то я просто, ну как сказать, eliminated, умру. И когда вам придется начать все сначала, то есть если вы чекпоинт не нажмете. Вот у нас тут магазинчик, у вас тут коинсы, и тут можно покупать рубли. Тут можно за робакс или обычно. Я скажу, я так вам не бро. Так вот, когда вы упали, то вы начинаете с самого начала. Конечно, Tower of Fun легче. Кто не знает, что такое Tower of Fun, садите на него прямо сейчас. И сыграть они, вы поймете, что Tower of Fun намного сложнее. Это больше для про. А Tower of Fun нубик, просто нубик. Хотя там есть Tower of Fun Pro. Там очень. Там это же почти Tower of Hell. Только немножечко кругом. Но тут неонки некогда красивые, а если они светятся, то они опасны. О, кто-то купил прыжок. Кстати, я так высоко прыгаю, аж не знаю. Тягушки. Ребят, ну извините, что я так долго не снимала. У меня просто времени не было. Ну, простите, теперь я буду постараться снимать почаще. Чтобы вы смотрели и лайкосики мне ставили, и подписочки тоже мне не хватает. И, кстати, кто не знает, я снимаю в YouTube шортс. Кто не знает, что такое шортс, шортс — это типа короткие видео. То есть, если вы не хотите снимать, то есть, если у вас только пару слов, и вы не хотите это прямо на камеру там мучиться, то можно просто по-быстрому. Поэтому называется шортс, потому что это как видео в ТикТоке и в Инстаграме, только это более-менее детское, не совсем такое взрослое. Там можно смотреть из 9 и 8 лет, и 6. Только 6, а если больше, то есть если меньше, то нельзя. Это слишком по-взрослому. Если просто почему, скажешь, ну она взрослая, когда немножечко подрастешь, потом поймешь. И когда они, наверное, вас послушают, ваши сестры или братья. Я не знаю, кто-нибудь, кому вы это скажете. Так вот, я упала. И видите, у меня тут есть справа. Справа, видите, у меня есть... Башенька — это все уровни, которые я буду проходить. Видите, они вон там. И надо все пройти и не упасть или не умереть. Или вы начнете сначала. И когда вы всю башню пройдете, я не знаю, там что-то будет. Там будут какие-то огоньки, там что-то сказать. Время бесплатно. Какая-то дверька, я не знаю, ну что-то такое интересненькое. И там, если хочешь, то наш... Если ты хочешь там еще раз пройти, то просто падайте. Ну, вы можете сделать чекпоинт, только это за робаксы. А так, если не сделаете чекпоинт, то вы можете все сначала сделать. Если хватит, конечно, у вас время. Если есть. То вот так вот. Немножечко маленький лайфхак. Кстати, в шорте, если вы обожаете шорте, потому что видео не любите смотреть, потому что они такие длиннющие, то просто напишите в шорт мое имя канала Like Fans. То вы потом увидите мое видео. И вы там и посмотрите вниз, там будет мой рисунок, и возле него будет подписка. И подпишитесь. И лайк поставьте там сбоку. Вы увидите.
думаю, вы знаете, потому что вы смотрите и лайк ставите. Поэтому то же самое и мне поставьте. И подпишитесь. Там, если кто не знает, то там внизу ищите. Там оно будет гореть красное. Если на серию, то ты просто молодец. Ты просто... Во! Класс! Я сейчас класс показываю, я не могу. Вот. Все, я класс показываю. И все остановилось. Бамс. Так. Нет! Нет! Я тут прошла. Ну, давайте еще тут. Давайте я тут еще. О, нет, я упала. Ладно. Ладно, я тут пройду как-нибудь, не знаю. Короче, я тут упала. Ладно. Тут мне никогда не пройти, а ждать еще 100 лет. Потом просто умираю и прощаюсь. Если вам понравилось это видео, поставьте лайкосик и подпишитесь. Ну, а я пошла проходить это зеленщиное уровня.